вы поднимали черепаху, да, другое. И мы на себя затягивали. Это просто потому, что я вам так сказал, да? Я так люблю делать. В принципе, вы можете и на него лезть сюда, да? Но здесь понятно, что он будет перекрываться, скорее всего, да? И когда вы сюда пойдете, да? Ну, есть вероятность, что он сейчас провернется. То есть вы сюда ногу не заправите, да? И он провернется, проворачивается. Да, и просто восстановит хавгар, да? Вот, то есть за спину вы не выйдете. Поэтому я не очень люблю. Потому что вот эту ногу заправить, ну, все равно человек, если он понимает вообще, что он, куда он попал, он будет вот этот, у него уже один трюк там, он дал заправить, второй трюк он вам не даст так просто заправить. Поэтому я начинаю на себя растягивать, но если человек стоит, не дает себя растягивать, вы его тянете, да, там, плюете его здесь, то, вероятно, ну, вы его, может, не опрокинете, но здесь он откроет что-нибудь, да, то есть раз, дернули его, да, там, оп, и здесь, может быть, откроется дырка, то есть это тоже не исключено. Другое дело, что я, например, все равно не люблю сидеть наверху вот так вот, поэтому я, возможно, вместе с этой ногой заправлю сюда руку и уже по инерции пойду на другую сторону, да, вот. Видите, он свалился, съехал, да, то есть это пофигу. Ну, я сейчас буду дорабатывать уже здесь, да, под него как бы подлазить и разворачивать его. Это тоже можно. Плюс мы с вами как-то, по-моему, ну, смотрели варианты атак на ноги отсюда, да. То есть там, если человек дает... А? Да, банан сплит, мы всякие разные, мы это все делаем. То есть, если человек не дает... Ну, не переворачивается, можно что-то еще попробовать. То есть... Ой, блин. Опять же, да, либо на себя его расходить, либо туда повернуться, да? Что я вам хотел показать еще, ну, что я забыл в предыдущий раз, это вот у вас, смотрите, у вас уже есть трюк, да? Собственно, ну, вариация лука и стрел, это то, что судоисты любят. Вы собираете воротник, да, у вас уже есть трюк. Вы как бы разворачиваетесь и отсюда попрыгаетесь на лук и стрелу, да? Ну, то есть, условно говоря, вы когда вышли, допустим, человек в черепахе стоит, ваша задача отсюда, ну, чтобы вы поняли, заправить правую ногу и левую руку, да? То есть я заправляю, беру и как бы разворачиваюсь перпендикулярно ему, чтобы моя нога пошла вот туда вот, из-под него вылезать. И здесь я уже могу штанину его забирать или ногу, да? То есть раз, можете это тоже пробовать, но не сейчас мы дальше пойдем.